Это новый флагман от компании Sony Xperia Z1. Сегодня как раз о нем будут показывать и рассказывать. Собственно, что можно сказать об устройстве? Это устройство продолжает с точки зрения дизайнерского языка продолжает стратегию предыдущего флагмана Xperia Z. Он выполнен в том же самом дизайнерском языке. Однако изменены материалы. Здесь мы с вами можем видеть цельную алюминиевую раму, стекло, передняя и задняя панель полностью стеклянные, из закаленного стекла, устойчивого к царапинам. Что касается непосредственно самого устройства, то, безусловно, как и положено настоящему флагману, он базируется на последнем чипсете от компании Qualcomm, это Snapdragon 800, что позволяет вам, безусловно, без всяких ожиданий, без задержек там, скачивать приложение, серфить в интернете. Вообще устройство очень быстрое, позволяет вам играть, проигрывать видео вплоть до HD. И хочется обратить внимание на изюминку этого устройства. Это камера. Здесь мы впервые используем такое сочетание, как очень большой модуль, Exmor R-Elsa называется модуль, размером 1:2 дюйма. Собственно, такие модули используют в компактных цифровых фотокамерах среднего уровня. Также мы здесь используем линзы Sony G. Это известные линзы для тех, кто снимает на профессиональную, полупрофессиональную технику Sony. Они знают, что это высококачественные, очень светоемкое, светосильное стекло. Вот, уровень светосилы здесь 2.0. И плюс к этому используется процесс обработки изображения, процесс создания изображений Bionz, тоже хорошо известный по технике Sony. Вот, если мы вернемся к дисплею, то вы можете обратить внимание, что дисплей очень яркий, очень четкий, все прекрасно видно. Там отличные фотографии на устройстве, яркий, красивый. Это как раз обеспечивается прекрасной камерой и отличным дисплеем. В дисплее мы используем такие технологии, как Triluminous, что позволяет отображать большее количество оттенков цветов. Технология X-Reality for Mobile, которая позволяет при проигрывании видео, если мы с вами перейдем к видео, при проигрывании видео даже невысокого качества вы его будете воспринимать как, ну, по сути, как HD видео. Для примера, допустим, ролик. Ставить звук. То есть очень яркие, очень красивые, естественные цвета. Опять же, благодаря качественному дисплею и технологиям, которые мы здесь используем. Triluminous X-Reality. Вот такой прекрасный флагман от Sony. Там, если сказать еще пару слов о камере, то, что мы здесь впервые используем, это эффекты там дополненной реальности, эффекты там social life. Вы можете стримить напрямую в Facebook какую-то там игру на стадионе, например, либо какое-то событие. Вы можете в режиме онлайн стриминга, онлайн трансляции показывать своим друзьям. То, что интересно, это дополненные эффекты. Например, мы можем попробовать с вами. Сереша, можешь, пожалуйста, отойти? Динозавру нужна поверхность, чтобы появиться. Мы попробуем сюда запустить динозавра. Смотрите, у нас динозавр ходит. То есть в это время мы можем с вами делать снимки там. Вот.
Если же у нас какая-то социальная история, мы хотим там, что-то сделать с друзьями, там, вот, то вот такие вот вещи здесь возможны. Опять же делаем снимок, потом имеем возможность его просматривать. Сам концепт. Да. Куда у нас хранятся наши снимки? Собственно, получившиеся снимки. Это, видимо, то, что было сделано до нас. Это то, что касается эффектов дополненной реальности и вообще, в принципе, социальных эффектов. Да, при этом устройство, как и все последние флагманы от Sony, он защищен от пыли и влаги по стандартам IP55 и IP58. Это значит, что вы можете погружать его в воду на глубину до 1.5 сантиметра, до 1.5 метров, оставлять там на час, и с устройством ничего не случится. При этом у него остается открытый джек 3.5. Несмотря на это, вы можете спокойно купаться с ним, там, ходить на пляж, оставлять его в песке и так далее. Устройство будет жить, и с ним ничего не случится. Вы можете быть уверены в том, что все будет в порядке. Вот такой флагман от Sony. Теперь RZ1.